Всем привет! Очередная рамка, которую хочу показать вам сегодня, выполнена в таком же стиле, как и предыдущая, которую я уже показывал. Я показывал ее, розочка была еще без колючек. Вот сейчас я на розочку наклеил колючки. Колючки от шиповника. Рядом растет шиповник, я нарвал себе колючек разных. По величине, по цвету. И выбираю, какие мне нужны. Вот, значит, я говорил уже, оставались у меня из фанеры нарезанные рамки. Фанера восьмерка. Я наклеил на нее шпон. На этой рамке такой же шпон под дуб. Я его покрыл немножко морилкой. Веточки из лозы. Есть цветок такой, который растет на улице. Это сухая лоза. Я брал вот такие ветки красивые. И крепил листья. Бабочки делал из шпона. Усики из бамбука. Из шпажки бамбуковой. Тельце вырезал. Вот такие рамочки. Резал я по контуру нехром. Привет, папа. Привет. Вот мой привет пришел. Нравится тебе? Угу. Да. А что у тебя? Монополия. Монополия. Будем играть? Да. Хорошо. Передай всем привет. Привет. А кому? На YouTube людям. А, привет. Подрастающее поколение. Всем спасибо за внимание.